jis guagius psatki lapsna. Sahcala gis guito, sbhudzio, sblichgul. Афартын скосам, харасагай, кырджира скыднығы даха, убзе бір зепнығы. Идзози хайбан бейшти бүлгесек. Много лет я не был на родной земле. В России закончилась гражданская война и интервенция. 21-й год. А моя Абхазия томится под гнетом меньшевистского правительства, помещиков и князей. Смотри, Арица, ты давно не видела нашей земли. Видишь эти горы? За ними еще горы. Все это моя земля. И всем этим ты должна владеть. Здесь очень красиво. Это не только красивая земля. Здесь соберу янтарную кукурузу, золотистый табак, бочки густого меда. А здесь... хороший лес. Турецкие паши золотом мне платят за него. А персидские красавицы хранят свои бриллианты в шкатулках из моего самшита. Счастливы те, кто живет в таком краю. Люди по-разному бывают счастливы, дочка. Видишь? Река их разделяет. Люди, стоя с этой стороны реки, враждуют между собой. Я держу посох между ними. И ты должна править так, чтобы эти пальцы не сомкнулись в кулак. Князь, князь, не отбирай у меня землю. Я отработаю долг за сына. Ну какой же ты работник, Саид? Тебе не обработать этот участок земли. Разве я слишком стар? Или меня не носят уже мои ноги? Смотри, как я пляшу. Разве у меня нет рук? Смотри, какие они у меня еще крепкие. Смотри, день и ночь работать буду. Последний заработок мой. Сын на войне погиб, дочка умерла, внуки у меня голодные. Смилуйся, всесильный, да, отец наш? Уберите его. Вставай, дядя Саид, вставай. Отойди. Им все равно не понять тебя. Забыл, кто ты, кто мы. Не надо ссориться. Сегодня у меня радостный день, не надо омрачать его. С возвращением тебя, Алхас. Отличные земли у тебя. Да и хозяевами ваш род всегда был крепок. Умели приумножать добро.
Признаться, я бы предпочел все это передать в мужские руки. Но Бог не дал мне сына. Твой гость, достойный Сафарбей, из равного тебе рода. Почтенный Долотбей, я был бы очень рад, если бы он понравился моей дочери так же, как и мне. Почтенный Нахарбей, а кто тот дерзкий человек? Мой крестьянин. Живой вернулся. И все грехи твои, все не болезни надо. Пусть падут на мою голову. Ой, живой сыночек. Где отец? Сейчас буду. Ну что там такое? Чего ты раскричалась? Сын Ахаз. Всесильный князь, в честь окончания учебы в гимназии твоей дочери принесли подарки. От почтенного князя Хакибея, от почтенного князя Саадбея, от почтенного князя Долотбея, от столбового дворянина Татластана, от почтенного князя Сафарбея заколка для волос. Тарзан! Прошу вас, княжна. Это старинная персидская работа. Ой, какая прелесть. Почему срубили старый орех? Том без него как сирота. Князю он для чего-то нужен был. Давно уж. Да без него даже лучше, а то весь двор был в тени. Да заботливый у вас, Нахарбей. Сразу вам светло сделал. А конь мой где? В табуне у князя. Князь обещал отдать его сразу, как ты вернешься. Он слово держит. Куда ты? Пройдусь, спасибо. Сынок, ведь мы с матерью столько лет ждали тебя. Она вон все глаза выплакала, а ты вдруг куда-то бежишь. Даже поговорить как следует не успели. Сынок. Радость в доме, а вы хмурые. А, здравствуйте. Вижу, нашему смутьяну солдатская служба не пошла на пользу. Проходите, дорогие. Прошу к столу. Пошла. Я закопал это вино, когда мой сын ушел на фронт. Наши сыновья Бакура дружили как братья. Пожалуйста. Не надо, не поминки. За счастливое твое возвращение, сынок. Потом попал в дикую дивизию. Нас повели на Петроград. Хотели нашими руками убить революцию. Мы сбунтовались. И тут меня ранило. Не надеялся я уже попасть домой. Одна русская семья полуживого взяла. Целый год за мной ходили. За эти годы я много видел и кое-что понял. Ну а вас как тут? Все по-старому? Всякое бывает. Хорошего джигита в мирном стане! Что делаешь? Эх, молодец!
Смотрите, такого резвого коня еще ни у кого не было в Абхазии. Да, князь, такого резвого коня ни у кого не было. Эх, злодеи. Каждый из вас хотел бы иметь такого красавца. Здравствуйте. Здорово. Прими, князь, мои поздравления. У тебя радость в доме. И в твоем доме радость большая. Вот, объезжаю коня, подарок дочке. Лучше появиться перед народом верхом на ишаке, чем прийти в гости незваным. У меня нет ишака. А пришел я не в гости, а за конем. Так я подарю тебе ишака. Спасибо. Надеюсь, он будет породистым. Хапара, где конь Алхаса? Только что отвели к нему домой. Вот, я сразу приказал. Хорошо. Эй, джигиты! Кто смелый? О чем ты говоришь, папа? Видимо, дочь моя права. Нет среди вас мужчины. Ты ошибаешься, князь? Есть среди нас джигит, способный укротить коня. Ты слышишь, Адица? Не поискать ли нам такого среди них? Да, отец. Отдай им коня. Возможно, он станет более послушным, если запрячь его во рву. Твой конь останется твоим, не бойся. Я только укращу его. Ему надо держать стремя княжеского коня, а не объезжать его. Правду ты говоришь, князь, правду. Напрасно отказывайся, князь. Если такого коня сразу не оседлать, завтра бесполезно и пытаться будет. Перепутал парень. Это же не ишак. Не отправлять же жеребца в табун. Возьми мою плеть. Пропадет и плеть, и конь, и воин. Да-да. Амар, вина. Хапара, подай ему плеть. Если жив останешься, твоей будет. За здоровье этого джигита. Не слишком лезвый. Ну что ж, Алхас, я вижу, ты доказал свое не столько мне, сколько им. А, проходит твое время, князь. Не рано ли начали точить зубы твои волки на моих овец, Алхас? Самое время. Где мы, а где твои Москва и Петербург? Там, может, у них земля такая, что и винограда не родит. Нет, не родит. И инжир не растет. Так зачем же ему такая земля? Он ее и отдаст любому. Не отдавали просто так и те хозяева.
Не отдавали, значит, не дураки. Разве отдашь свое? А земля, всюду земля. Так что, разве наш князь глупее всех? Нет. Смотри, это все его земля вокруг. Вон наша это добрая земля. На его земле мы живем. Нет, на своей. Кровью и потом поливаем. Своим теплом стужу греем. Своим трудом заставляем цвести. Она должна быть наша. Общая. Послушайте, почтенные, ведь и дед Алхас, и его прапрадед весной всегда князьям барашка несли. Алхас еще молод, многого не знает. Иначе бы нам не позволили жить на этой земле и продолжать свой род. Хватит! Хватит носить баранов! Понятно? Бакура! Князь зовет. Пошли. А зачем зовет? Не говорил? Сына своего благодари. Да? Да. Где это он видел, чтобы землей владели крестьяне? Земля была и будет княжеской. Путает он что-то, молодой еще. Нет такой земли. Да что с ними говорить? Старые. А с кем же говорить? Вот мы. Наберем еще десяток. И хватит, чтобы справиться с князем. Ну? В России землю крестьянам дала революция. Весь народ поднялся. Вот давай мы здесь и начнем. Подожди. Уже недолго осталось, но спешить нельзя. Ты большевик? Да. Здесь с заданием. И детям, и внукам своим накажу за тебя молиться, милостивый князь. Не надо, не надо. Между нами этого не должно быть. Встань, встань, встань. Хапара. Помоги же. Ну, иди, иди. Обрадуй сына. Иду, иду. К чему эта игра, почтенный Нахарбей? Слишком много внимания уделяешь ты, князь, этому безродному. Так надо. Еще раньше надо было это сделать. Он будет покрепче, чем Хапара. Моя земля, моя, какое счастье, самая лучшая земля. А он не только смелый, но и красивый. Конь его красивый. Отец, за тебя подождать? Почему княжеская дочь сама ходит к роднику? Что, она не может послать за водой служанку? Дай помогу. А как твой конь? Спасибо. Он стал послушным. Ты здесь часто бываешь в это время? Здесь утром. Очень красиво. А я совсем маленькая приходила сюда. На закате мне здесь больше нравится. Ну ты идешь, а? Я пойду. Согласен? Придем на закате.
Ну, Нахарбей, ну, Женьма. Послушай, Алхас, иди сейчас к князю и поблагодари его. Не отказывайся ты от своего счастья. Нет, отец, меня купить ему не удастся. Да ведь луга за рекой — это лучшая земля у князя. Ты подумай как следует, и он дарит ее нам, тебе. Да не могу я. Не могу я, отец. Ты там, в этой России, с ума сошел. Господи, вразуми моего сына, Боже милостивый. Пусть падет несчастье на голову того, кто смутил его разум. Какое нам дело до всех крестьян? Пусть мой сын подумает о нас с матерью, о себе, Господи. Я думала, что ты уже не придешь. Что ты? Я не смог его удержать. Сам пришел. После того, как ты дала ему пить. Я пойду. Ой, сынок, тебя ждут. Гость тебя ждет. Прости, мама. Здравствуй. Ты Алхас? Да. Поговорить надо. Слушаю тебя. Лучше не здесь. Понятно. Кораблев Василий Николаевич, 32 лет, из Ростова. Инженер путей сообщения. Под наблюдением с 1905 года. Член большевистской фракции РСДРП с 1912 года. Трижды привлекался по остаточным делам. Осужден в 1913 году к 8 годам каторги с последующей ссылкой на 5 лет. Бежал. Наблюдался в Астрахани, Владикавказе, Сухуми, Поти. Имеет обширные связи с кавказским подпольем. Неоднократно выполнял личные поручения Кирова Орджоникидзе. С 1917 года в Красной армии на политической работе. Особо опасен. Дорогой князь, обратите внимание, вам с ним придется встретиться. Есть сведения, что он направлен к нам для связи с кадорским большевистским ревкомом. Ну, путь по побережью нами полностью блокирован. Ваша обязанность — перехватить его в горах, если вам повезет. Его обязательно брать живым? Живым? Таких людей, дорогой князь, живьем брать бесполезно. Более того, даже очень вредно. Я вас понял, господин полковник.
Скоро будем на месте. Должны успеть к рассвету. Надо спешить, Алхаз. Подождем. Мне поручили передать вас по эстафете. Пока я не вижу проводника с той стороны. Василий, вы подождите меня здесь. Если все в порядке, я вас позову. Порядок. Не спеши. У меня очень важные сведения. Их надо скорее доставить в Ревком. Я понимаю. Это проводник. Подожди, он должен спуститься к нам. Готово, князь. Хорошо. Хорошо. За своего я уверен. Конечно, голову закинул, руки разбросал прямо в сердце. А вот кто с ним еще был? Далеко было. Лица не видел. Но пару пуль я в него всадил. Дай-то бог, дай бог. Главное дело сделано. Ну иди, пора привести коней. Наташа, будьте мужественны. Вам нельзя плакать. Да, да. Как это произошло? Предательство. Их выдал проводник. Они попали в засаду. Он был с Василием в последний. Да. Не надо его будить. Он ранен. Наташа, вы все еще здесь? Товарищ Занба. Я же просил вас идти домой. Я поеду в село, где похоронен мой муж. Я учительница. Я никому не буду там в тягость. Контрразведка может дознаться. Они не пощадят вас. А вы ждете ребенка. Зураб. Я? Все собрались? Да. Идем. И все-таки я поеду. Тогда, в 18-м, они уже брали власть, но продержали 40 дней. Я был уверен, что они протянут недолго. Сейчас все по-другому. Крестьян словно подменили. Они сами назначают сход. Они говорят со мной, как ровня. Отдать им все? Все, чем мы владели? В силу извечного родового права. Это же... В силу извечного родового права здесь мы владели не одной землей. Души людей держали в кулаке. Стрелять, вешать, сжигать их. Вот, самый простой ход. Я знаю, как поступить завтра. А я буду стрелять. Однажды, когда зацвели яблони, неожиданно выпал снег. Молодые деревья ломались под его тяжестью, а старые только склонили свои ветки почти до земли. При чем тут ветки, князь? С наклоненных веток снег упал, и они снова поднялись вверх. Только бы хватило сил. Они... Глотки друг другу перегрызут на этом сходе. Сволочь голодная.
Я отдаю вам все леса, часть кукурузных и табачных полей. Спасибо тебе, Нахарбей. И когда придет пора сеять кукурузу, я выдам по 2 пуда на семью. Спасибо, князь. Сейчас не дам. А я тебе что говорил? В моих амбарах зерно лучше Если сохранить. Я был щедрым. За землю мне платить не надо, и все долги я вам прощаю. Нет на свете добрее нашего князя. Но чего тебе еще надо, Шахан? А тохи и плуги, князь? Землю отдаю. Зачем мне тохи? Забирайте. Ты на Харбей ничего не сказал о лугах за рекой. За луга теперь ответит Вакура. Его сын хозяин этой земли. Я подарил ее Алхасу. У них и спросите. Чего еще, Шахан? Пока ничего. Ты что нам скажешь, Бакура? Нечего тут говорить. Луга за рекой наши. Князь ее нам пожаловал. Чего? Не отдам никому, это моя земля. Князь ее нам подарит. Как дети. Столько крови пролито. Такие люди отдали жизнь за советскую власть. Неужели это только для того, чтобы каждый из вас стал Нахарбеем? Чтобы духу Нахарбеевского не было на этой земле. Что ты на меня раскричался? Я ведь хотел сделать как лучше. Кому? Народу. Потом ведь я не один решал. Договорился. Народ стал у тебя виноват. Отцу своему спасибо скажи. Народ ему уже сказал спасибо, а Нахарбееву все должны благодарить. Начали слугов, а кончили тем, что все село разделилось на 2 лагеря. Опять теперь враждовать будем. У нас у всех мало опыта. Произошла ошибка, надо ее исправить. Исправим. Учиться нам надо. Грамотный крестьянин – это самое страшное для князей. И для мелких землевладельцев тоже. А, дядя Саид, здравствуйте. Здравствуй, дорогой. Ты встал, сынок? Ага. Ну, слава богу. Где Шахан? Ходит по домам, договаривается о новом сходе. Может, поешь, я приготовила. Я сейчас не хочу. Где Наташа? Пошла на могилу мужа. Вместе. Тюрьмы, ссылка, вечные переезды. И работа, работа. Учила детей, учила их отцов. Ты нам очень поможешь, Наташа. Князь натравливает крестьян друг на друга, род на род. В ту сторону села, на эту. В школе они соберутся вместе, школа-то одна. Мы должны их объединить. Чужая женщина без мужа, чему она вас научит? Заходите в школу. Заходите, ну, что же вы стоите? Товарищи, кто хочет заниматься, проходите в школу. Зачем заходить? Здесь больше места. Ведь надо же сесть за стол. Если мамалыга есть, вино есть, и все у тебя на столе стоит, то, конечно. Почему бы не сесть за такой стол? Я думала, вы грамоте хотите научить. Зачем? Какая новость будет, сама на язык придет. Тебе не надоело? А зачем собрались? Пусть посмеются. Люди, человек вам хочет протереть глаза, а вам смешно. Поздно стариков учить. Детей своих пошлите, пусть они знают больше нас. Подрастешь, должен стать умнее и смелее Алхаса. Согласен? Согласен. Давай.
Спасибо. Спасибо. Ну, как в селе? Пока тихо. Он приехал с русской учительницей. Говорят, она лечит его. Какая рана у него? Точно не знаю, но он совсем плохой. Он очень бледный, и рука на перевязи. А что слышно на селе? Они там все перегрызлись между собой, когда землю стали делить. Твой ход, князь. А что еще? Только покороче. Шахан свой дом отдал под школу. Туда собирает всех детей. Грамоте будут учить. Ступай, Хапара. Да, позови Адицу. Слушаюсь. Я устрою им хорошую школу. Нежна, вас отец зовет. Все с ног сбились, вас ищут. Я поскочу вперед, успокою его. Здравствуйте, Адица. Мы с вами не знакомы, но все-таки... Мне бы хотелось спросить вас помочь нам работать в школе. Нет. Ничего не жалей. Пусть столы ломятся от еды. Скажи, что Пасха – наш общий праздник, и что я угощаю всех, слышишь? Всех. Все будет исполнено, как ты сказал, князь. Тебя нигде не было видно. Я уже волновался. Я гуляла у речки. Адица, послезавтра Пасха. Я пригласил наших крестьян. Вы правильно поступаете, отец. Пригласи и ты своих подруг. Спасибо, я приглашу. Будет весело. К чему такой пышный прием? Увидишь. Ну как, Алхаз? Подыхает потихоньку. Собирает крестьян. Их надо остановить. Что вы там шепчетесь? Да так, ничего особенного. Но я пойду. Князь будет очень рад. Возьмите яички. Сегодня Пасха. Он прекрасные столы накрыл. Прошу вас, возьмите. Прошу вас. Все столы накрыты. А ты что? Ну что ты, отпусти ягненка, князь же велел ничего не приносить. И ты повесь туда свой бурдюк. Я тебя прошу, не надо. Проходите, пожалуйста. Во двор проходите. Вот сюда. Зелени, зелени. Один кувшин сюда. Пора снимать. А это тоже скоро будет готово. Угу. Смотрите, сколько их пришло. Ихняя сторона села вдвое меньше нашей, а народу собралось вдвое больше. Как есть, так все пришли. Даже если бы ты один пришел бы с вашей стороны, то было бы съедено больше, чем всеми нами. Да-да-да. Вы пока усядетесь за стол, я успею и вашу долю съесть. Вы всегда были неповоротливы. Вот и надо тебя сажать за стол последним. И обязательно с краю. Я специально с тобой рядом сяду, чтоб ты голодным ушел домой. Слушайте! Мои дорогие односельчане, я ваш князь. Всем вам желаю счастья. Сейчас время смутное, и нам лучше жить мирно. Для меня все вы
равны и дороги, как мои оба глаза. Сегодня Пасха, и мы должны веселиться, чтобы не огорчить Бога. Эй, Хабара! Прошу вас, веселитесь! Ребята, скучно же так стоять. Сыграем, что ли? Вот видите, какой мячик я скатал. Давай сыграем АМЦ Кача, а? А АМЦ Кача у нас всегда кончается дракой. А АМЦ Кача можно сыграть. Это мирная игра для тех, у кого страха нет. А. Победитель получит награду. Здесь деньги на пару быков. Начинайте. Хапара, я добавляю козла. Была под ножкой. Неправильно. Переиграть. Как ловко играет. Молодцы. Надо переиграть. Как это переиграть? Алхаз, рана может открыться. Надо, Наташа. На горбе просто так не станет кормить крестьян. Смотрим, как завтра Алхаз соберет их вместе. Князь вас как собак стравливает. Остановитесь. Кто посмел это сделать? Сволочи! Твари неблагодарные! Для вас ничего святого нет! Вон отсюда! Вон! Только не забудьте спасибо сказать! Хорошо он вас угостил. Князь, мое терпение имеет предел. Как этот выродок мог появиться верхом на коне во дворе княжеского дома? Я его заставлю ползком уйти отсюда. Дай коня! Я не буду пачкать у тебя руки. Копытами своего коня я сброшу тебя на землю. Но что ты медлишь, сиволапы? Алхаз, не делай этого. Она права. Кто прячется за женскую юбку, тот просто не мужчина. Какая абхазка выйдет за тебя замуж? Пусти, Наташа. Thank you.
Придется начинать все сначала. Я отомщу за тебя, Тадым. Это говорит тебе твой отец. Господи, клянусь, кто первым придет с той стороны с просьбой забыть кровь, пролитую моим сыном, заплатит за нее своей. Всемогущий, пусть на той стороне будут прокляты все, кто может держать кинжал. Алхаз! Отец Дадына зажег свечу на Аныхе, проклиная нас! Мы должны ответить кровью! С кого вы хотите взять кровь? Они тоже не правы. Да на той стороне! Такие же крестьяне, как и мы! Мы должны взяться за кинжал! Вот и на горде этого ждет! Надо пойти к людям той стороны. Хапара! Скажи отцу Дадына, чтоб хорошо принял гостя. Слушаюсь. Кто-то их предупредил. Хорошо, что живыми вернулись. Теперь мне ясно. Начнем со стариков. Они скорее договорятся друг с другом. Мы соберем их на Аныхе, там они не посмеют взяться за оружие. Это быстро не сделаешь. Надо с каждым поговорить. Вот и начиная с наших стариков. А я поеду на ту сторону. К отцу Дадына? К старикам. А то его найти не могут. Будь осторожен. Ладно, постараюсь. Зажила еще. Теперь заживет. Алхаз, я боюсь. Чего ты боишься? Боюсь за тебя. Они могут убить тебя. Смотри, камень. Он хотел остановить эти родники. И не смог. Не бойся. Теперь ведь я не один. Приходи завтра. Хорошо, приду.
Почему ты ходишь к роднику? Вам очень весело, Сафар. Когда вы станете моей женой? А что между нами общего? Наше высокое происхождение. Тогда я готова отказаться от него. Зато я не откажусь. И от тебя тоже. Плохо, что ты уезжаешь. Подорский ревком вызывает. Надо ждать больших событий. А как же я? Я успею вернуться. А ты собирай стариков. Ладно. Ждем с новостями. И давай поскорее. Счастливо. Дорогие братья, пробил час нашего освобождения. Вся Абхазия и Грузия в огне. Красные повстанцы-киразовцы вместе со всеми трудящимися восстали против подлого меньшевистского правительства. Мы уверены, что советская Россия не откажет нам в своей братской помощи. Нам идет Красная Армия, великая защитница малых и угнетенных народов. Вам предлагается исполнять отныне только приказы и распоряжения Ревкома Абхазии, единственной революционной вашей власти. Пусть знамя борьбы озарит отроги Кавказских гор лучами истинной свободы, равенства и братства. Ура, товарищи! Ура! Пусть войдет. Слушаюсь. Войди. На Харбе все пропало. Что случилось, почтенный Талатбей? Это конец света. Ко мне пришли трое делегаты крестьян. Стали требовать землю, скот, зерно. Мы с сыновьями пристрелили их. Потом крестьяне ворвались и схватили моих сыновей. Дальше? Дальше? Я прибежал к тебе. Ты посмотри на этого, почтенный Сафарбей. Я не позволю. Мой род... Твой род ты опозорил сам. Ты посмотри на себя, родовой князь. Что надо от меня? Всесильный Нахарбей, у тебя есть связь. Помоги мне перебраться в Турцию. Я не пожелаю, Далатбей, попутного ветра тебе. Пшел вон! Хабар, убери его. Будьте не прокляты. Князь, я немного задержусь у вас. Что, у тебя тоже началось? Как началось, так и кончилось. Это скоро не кончится. Это долгая игра и требует терпения. Алхаз собирает их всех. Его остановит только смерть. Навеки твоим должником останусь. Нетрудно догадаться и о моей мечте, князь. Я согласен. А если она не захочет? Слово отца закон. Она должна исполнить мою волю. Ты поможешь. Хорошо, князь. Я сделаю все. Смотри, Адец. Новая луна.
Она приносит счастье. Адец, я назначаю нашу свадьбу на следующее новолуние. Алхаз опять поехал на ту сторону. А наши все придут? Обещали. Должны прийти. А когда Алхаз вернется? Ну, хватит. Прийти-то придут. А вот помирятся ли? Если придут, помирятся. Когда князь мирить собирался... Кто-кто? Мирить. Алхаз недаром выбрал это место. Это Аныху. Здесь проливать кровь нельзя. Святое место. Святое, святое. Прошу, прошу, почтенные, ближе. Я очень рад. Рад, что мы собрались на этом месте. У этих стен еще наши прадеды вели свои беседы. Они ценили слово, идущее от сердца. Хорошо, ты говоришь, Алхаз, хорошо. Вы старше меня, односельчане, и знаете, что слово от сердца... На ногах не скажешь. Какая правда в ногах? Алхаз верно говорит. В ногах правды нет. Сядем. Садитесь. Как хорошо мы понимаем друг друга, односельчане, а? Вы лучше меня знаете обычаи. А те, кто старше вас, наверное, знали еще лучше. Они никогда на этом месте не поворачивались спиной к Богу. Даже Бог не слышит человека, если тот отвернулся от него. Правильно. Туда давайте перейдем. Пойдем, сосед. Пойдем, сядем. Молодец, Алхаз. Вовремя сказал. Чуть Бога не обидели. Дядя Саид, садись с нами. Как можно? Старшие сидят. Саид опять шутит. Правильно. Молодец, Алхаз. Сумел нас вместе собрать. Давно надо было миром решить. Головастый он парень. Вот теперь совсем хорошо. Слушайте, надо спуститься к народу. И сказать, что вражды больше никогда не будет. И будет никогда. Отца Тадына надо подождать. Пусть проклятие снимет. Лучше бы он тогда на горбе кровью. Нет, надо подождать. Ну хорошо, подождем. Садитесь. Вы собрались, и это хорошо. Ну что, Алхаз? Ты доволен? Иди, держи коней наготове. Ты помирил стариков. Но как быть с проклятием? Пойдем поговорим, а? Как бы Бога не обидеть.
А Сафарбею удалось уйти. Еще чья-то мать будет оплакивать своего сына. Примите мои соболезнования, отец. Надо же. Подумай, князь. Отец Дадына уже заговорил. Я не хочу знать этих собак. Они пролили кровь на святом месте. У меня бывает много гостей. Я не могу отвечать за их. Ты должен знать, куда он скрылся, князь. Ей-богу, не знаю. Провалиться мне на этом месте. Смотри, если я... провалишься. Верьте мне, я не знаю. Вы найдете его в лесу, у черных камней. За мной! Я пойду, молодой князь, надо хозяину доложить. Нет, сначала поедешь в мое село. И найдешь Амара, это мой стременной. Скажешь, чтобы он с братьями приехал ко мне. Нет. Уходить отсюда надо. Убивать. Сжигать сиволапых. Нет, ты не должен был со мной так поступать. Ты с ума сошел, Сафар. Никто из нас тебя не выдавал. Только твой слуга и ты знали место, так кто же? Не я. Значит, ты. Отойди-ка. Говори, кто? Не знаю. Хозяин, книжной нигде нет. Я не обманул тебя. Я не знаю, где моя дочь. Даю слово князя. Какой же ты князь? Власти нет, земли нет. Дочь от тебя сбежала. Что же в тебе княжеского? Моя честь! Ах, честь! С людьми, потерявшими честь, у нас так поступают. Адица будет моей. Вон отсюда. Что скажешь, Шахан? Сафарбей снова ушел. Не бойся, не бойся. Васенька, хороший мальчик. Маме надо идти, маленький. Ну, Вася, не плачь. Здравствуйте. Если расшатался забор,
Всякая скотина может во дворе у князя появиться. Пропусти хафара. Хорошая собака на женщину не лает. Садитесь. Адица, я снова о школе. Кроме Наташи, только ты знаешь грамоту в нашем селе. А у нее маленькое дитя, ей трудно вести все уроки. Нет, Шахан. Я не могу сейчас. Ты знаешь, в нашем доме горе. Ну, я пойду пройдусь к реке. Адица, мы поэтому и пришли. Мне кажется, вам надо быть людьми. Это не только ваше горе. Вот, возьмите. Так хотел, чтобы все дети учились в школе. Отойдем. Опять стреляют. С детьми очень интересно и совсем не трудно. Едем? Да, седлай коней. Учить детей этих сиволапых в своем доме. В княжеском доме. Насчет шхуны договорился? Да один турок согласился перевести нас, но требует 5 раз больше, чем ты обещал. Ну и отдай, сколько требует. Нам оставаться здесь нельзя. Что еще? Княжна... усыновила щенка этой русской, которую мы пристрелили. Но если у моей невесты появился сын, то я обязан поздравить ее. Обязан. Коня! Дала. Встречаешь жениха. Хотя какая ты теперь невеста, князь в могиле. Мы гнием в горах, а она нежит в этом доме какого-то щенка, чтобы продолжить его собачий род. Давно уже высох. Хорошо должен гореть. Что ты хочешь? Нет. Не хочу. Сафарбей в селе! Быстрей, быстрей! Зажигай! Быстрей! Хорошо горит. Красиво. Сволочи! Что вы делаете? Амар! Люди Шахана, князь, надо уходить!
князь. На коня, я задержу их. Свяжите его! Где Адица? Там все в дыму. Ничего не видно. Нет. Нет. Васенька! Землю будете вы грызть! Землю! У нас сегодня праздник. Мы открываем новую школу. С особой радостью я предоставляю право перерезать эту ленточку автору проекта, нашему уважаемому архитектору, сыну Наташи Кораблевой, Василию Васильевичу Кораблеву.